Балаевым намекнула тренерам и руководству о бывшем одноклубнике. Намекнула, прекрасно зная о том, что... Однако Аркадий в пику Якушину дал Боброву шанс, вызвав на последнюю серию товарищеских матчей сильнейшими на тот момент в Европе сборными Венгрии и Польши. И списанный со всех футбольных счетов Бобров шанс этот не упустил. Перешедшие в наступление игроки сборной команды Москвы хорошо разыгрывают комбинацию. Центральный нападающий Бобров забивает гол в ворота польской команды. Счет открыт.